Сара, я ухожу от тебя. Но ты же только что пришел. Вещи заберу, когда ты успокоишься. Успокоюсь? О, я и так спокойно, как слон, видишь? Привет. Простите. Славный пес. Сколько он у вас? Слишком долго. Бабушкино наследство, чтобы жизнь медом не казалась. Патрик что-то сожрал. Как мы поживаем? Он готов есть все, кроме того, чем я его кормлю. Причем все в буквальном смысле. Я устроилась на работу, буду пропадать там весь день. Доброе утро! В остальном, окей. Патрик! Похоже, в классе проблемы с дисциплиной, мисс Фрэнсис. Вы просто не знакомы с передовыми методиками преподавания. Я все вижу. Нет, и слышать не хочу. Извините, он мне не нужен. У вас режутся зубки, но достерпится, слюбится. У нас с вами разные представления о любви. На нем рано ставить крест. По морде вижу, он старается. Да. От режиссера просто потрясающе. Мамочки мои родные! Этим летом. Пирожок. Спасибо. Вообще-то я не про вас, просто предлагаю поесть. В поисках любви. Прости. Без проблем. Наверное, спасал жизни? Нет, залип на Играх престолов. Забыл про свидание. Ясно. В поисках друга. Привет, Сара. Привет. Патрик. Вы готовы к соревнованию, мисс Фрэнсис? Ну, почти. Это вряд ли. Эдс Грейс, Том Беннетт, Дженнифер Сондерс и Питти Эвансон. Патрик. Ладно, какие предложения? Хочешь, сам рули. Скоро в кинотеатрах.